Всем огромный привет! Хочу поделиться еще одной своей завершенной работой. В общем, мне тут, можно так сказать, по семейным обстоятельствам подфартило, и у меня было 4 абсолютно свободных дня и ночи. И я, ну, конечно, я не за 4 дня успела, я успела за неделю, но 4 дня я так ударно повышивала. И за неделю, да, за 8 дней я успела вышить вот «Русалку Ренессанса» от Мирабили. И сейчас я вам ее покажу. Я довольна результатом. Это был абсолютно спонтанный такой проект. Что-то у меня тут плохо прогладилось. Ну, ничего. Как-то я боялась гладить ей кожу. Немножко нехорошо прогладила. Вот. И давайте же я вам расскажу, как и чем она вышивалась. Так. Начнем с основы. Основа у меня Crystal Arctic. Это Lugano 28 аккаунта от Picture This Plus. Вот. Очень интересно получается, что я вышивала с боковой натяжкой, и меня работу не повело, а основа повело. То есть она у краев почему-то растянулась. Вот поэтому здесь такие по бокам идут волны, потому что именно вот у краев она растянулась, но на работу, слава богу, это не повлияло. И слава богу. Так. По материалам. Наверное, мне надо как-то это все немножко отложить. Так. Видите, она такая огромная, что у меня не помещается просто кадр. Я вышивала и использовала вот такой вот органайзер. Вот это вот яблочко. Мне было достаточно удобно с ним вышивать. Я вот так вот все понаставила. Вот это все цвета, которые используются в этой русалке. По-моему, вот этого нету. Мне уже откуда-то с другого места. Вот. Тут у меня застряли креники. Сейчас мы их вытащим. Я по расходу покажу. Чё и как. Мне хватило мест, чтобы сюда все вставить. Ну, сейчас уже тут все разваливается. Ну, ладно. Я вот так вот ставила ножнички. Здесь у меня стояли креники. Так вот у меня здесь стоял бисер по бокам, который мне нужен. И я вот так вот вышивала. Мне было достаточно удобно. Так, давайте по креникам. Использовалась у нас здесь цвет 0.19. Это такой вот серый, очень красивый. Он использовался его много. В хвосте вот нужна целая катушка. Осталось мало. Вот этот цвет 0.18HL использовался только на бэкстиче. Вот здесь вот эти вот вензеля все вокруг. То есть его, в принципе, если есть что-то похожее, можно использовать похожее, но его мало здесь, да, использовалось. А была у меня целая катушка, я все покупала по ключу. Вот. И использовался 0.14HL. Четверка, у меня здесь восьмерка. И получилось так, что мне одного в ключе заявлена одна катушка, но одной катушки не хватает. Увы, на такой кусок достаточно, такой продолжительный здесь. И я по ошибке купила не четверку, а восьмерку, но я довышивала этой восьмеркой. Видите, сколько много использовалось. И когда я пришила бисер, вы даже не найдете никогда в жизни, где отличается. Потому что, ну, не видно, чуть-чуть пухлее крестики. Но здесь такая грандиозная зашивка бисером, что вы никогда не догадаетесь, где мне тут не хватило. Потому что был у меня еще 0.14 без HL, но они отличаются. Как видите, я не стала его использовать. Я дозаказала. Так, далее. Здесь использовалось два таких шелка. Намотала их на этих ангелочков. Но у этих ангелочков, посмотрите, какие ломкие крылья. То есть они просто лежали, никого, можно так сказать, не трогали. И у них эти крылья ломаются. Не знаю, не понравилось мне качество. Не буду больше
такие штучки. Ну, пускай вот этот шелк на них останется, закончится, и не буду ими пользоваться. Один у нас цвет был 226-й. Это вот этот вот. Он у меня в мандале используется. И вот этот вот 041-й. Блубери. У меня их, наверное, мотков 5. Я почему-то покупала на все мирабильки. Он тоже эти два популярных цвета. Но буду знать, что у меня его очень много. Использовалась по полмотка, потому что зашивка этим шелком здесь, конечно же, грандиозная. Вот, в принципе, весь хвост состоит из двух креников, двух шелков, шелков. И, боже, как его, бисера, вот. Так, по бисеру использовался вот такой вот цвет. 18002. Им, в принципе, вышивалось только здесь вот в волосах, кое-где вот тут вот. Но я много здесь поназаменяла, сейчас расскажу. Использовалось, должно было быть 3 пакетика вот такого цвета. Да, правильно? 3. Да, видите, я использовала, ну так, грубо, один полностью. И здесь, наверное, ну, больше половины, наверное, 60%, может, 70% второго. То есть третий вам не нужен, вам нужны их только 2. Если вы не покупаете, конечно, embellishment pack, потому что у меня был embell, там было 3 по ключу. Так, было у нас еще treasures'ы. Ну, treasures'ы понятно, что было сердечко, была подвесочка, они использованы. Это уходит у нас в мусорник. Был у нас 3 пакетика вот такого бисера. 179. И да, 3 их и надо, потому что отсюда половина ушла. Его надо достаточно много, этого бисера. И даже если при том, что взять, что этого должно было уйти больше, потому что я кое-где что-то заменила, все равно, ну, хватило бы 2, я думаю. Я, если нигде не терять. И еще использовалась по одному пакетику вот такого вот бисера. 0,525 он много где используется. Ну и 0,210 тоже стандартный серебряный цвет. В принципе, по расходу это у нас все. И сейчас я вам поближе покажу, что и где я заменяла. Так, кожу я вышивала с блендером, палеткой блуш. Просто брала первых 5 цветов. Так, ну начнем с хвоста. Огромный хвост, конечно. Здесь вот, вот здесь вот, вместо этих крупных бусин должны были быть вот эти бисеринки как раз-таки. Но я думаю, ну а что, куда потом эти крупные бусины девать? И я вышила этими крупными бусинами. Все, ну то есть все вензеля, где вот здесь вот должны были быть крупные бусины, здесь вот мелкий бисер, да? Вместо мелкого бисера везде вот, где вот много его, здесь крупные должны быть бусины. Я вышивала все вот этот мелкий бисер, я убрала. Мне кажется, так она эффектнее, вот эти вензеля смотрятся эти эффектнее. Так, еще такая штука, что в схеме здесь нет бисера. И вы, когда вышиваете дизайны Mirabilia, не забывайте, пожалуйста, заходить на официальный сайт www.mirabilia.com, chart updates. И там в списке есть исправление к этому дизайну. Показано, что должен быть бисер. Я посмотрела, но когда я вышивала бисер, я уже не стала заходить, смотреть конкретно, где, в каких местах он там вышивается. Поэтому я пришила вот 5 бисерин чисто на свое усмотрение. Потому что вышла я здесь сначала тоже все без бисера, а потом вспомнила. Потому что до начала проекта я посмотрела в исправлении, и я, ну, как бы, что они там есть, да. А когда начала вышивать, просто все забыла напрочь. И только когда приступила к бисеру, опять мне это все вспомнилось. Вот. Ну, чуть-чуть я тут добавила один дополнительный пальчик. В принципе, эта русалка у меня, можно так сказать, что вышито все. Здесь ничего, ну, в цветах я не меняла, кроме кожи, все по ключу. Румяна по ключу, губы по ключу. Весь бэк абсолютно по ключу. Тут вот чего-то у меня съехало немножко от глажки.
Ну, я что-то тут плохо прогладила эту кожу. Может, из-за того, что бисера здесь много. Ну, я еще поглажу дополнительно, конечно же. Очень 2 дня, может, полтора, скажем так, дня я пришивала этот бисер. Хвост пришился достаточно быстро, а вот волосы почему-то долго. Вот этот вот. У меня здесь все никак не ложился. И сейчас вот я опять погладила, и он опять съехал. Я тут так уже пришивала, чтобы оно ровно, это сердечко, легло. Так. Ну вот я в руках взяла и оперативно помяла свою работу. Вот. В принципе, она очень быстрая такая. Это одна из достаточно больших, но очень быстрых русалок. И очень красивых. И что-то меня так повело к этим русалкам, что мне пришла в голову идея. Я хочу пригласить вас в совместный проект «Морские нимфы», чтобы вместе со мной и с другими девчонками в компании мы вышивали бы, собрали большую-большую-большую коллекцию русалок. Не обязательно русалок от Mirabile Норы Корбет, ведь есть много других дизайнов и авторских схем, и по мультикам, там, допустим, Brooks Brooks, Ариэль, и Primitive Hair есть две русалки, и One Encore, и Dimensions, и много-много-много, где у разных производителей есть русалки, нимфы, сирены. И я вам предлагаю вступить в это СП. Оно будет очень такое на лайте. Выставляйте продвижение, отчеты, готовые работы, свои впечатления. Ну, в какой день вам удобно. Нету там 1, 15, 5, 12 числа. Если вы любитель Инстаграма, то в инфобоксе я оставлю хэштег, под которым будет проходить ТСП. Если вы любитель Ютуба, то в названии желательно, чтобы по поиску можно было найти. Я на своем канале сделаю плейлист и буду добавлять видео туда. Вот. Если ВКонтакте, ну, у меня нету группы ВКонтакте, я не знаю. Не знаю, как поступить. Может быть, вы мне посоветуете, если вы любитель таких соцсетей, как ВКонтакт. Ну, я вообще просто думала про YouTube и Instagram, потому что в Инстаграме сейчас можно подписаться на хэштег. И это очень-очень удобно. Вы и в ленте будете видеть, если вы подпишетесь на хэштег, новые посты. И просто полазить по этому хэштегу тоже будет удобно. Так что такие вот дела. Пожалуйста, вступайте, пишите, отмечайте меня. Будем вышивать этих прекрасных русалок вместе. Всех абсолютно, каких хотите. Это не обязательно должны быть. Опять же, повторяю, русалки от Mirabile Норы Корбет. То есть я, допустим, и от Primitive Hair русалочек. Ну, одну вышила, другую собираюсь вышивать. И хочу сразу же поделиться новым. Короче, я вступаю в свой СП с новым проектом. Это будет у меня русалка Ундина. Буду вышивать я ее вот на такой вот прекрасной основе. От Paul Stitches. Это Gentle Breeze. Apollès and Lugano, опять же. Прекрасная. Прекрасный дизайн. Вот столько в ней шелка. Ну, а уже остальные материалы и начало работы, продвижение и конец вы увидите уже в следующем видео. Вот. На этом спешу завершить это видео с моей прекрасной русалочкой. Она очень легко вышивается, она прекрасна, она такая вся яркая, блестящая. Майя Милана от нее в восторге. Просто неописуемо. Так что такие вот дела. На этом я с вами попрощаюсь. Всех люблю, всех целую. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, вступайте в СП «Морские нимфы». И мы увидимся с вами в следующем видео. Пока!